Ежедневно Александр заливает 5 тонн воды и на своем УАЗике поливает обочины дорог в районе. А иначе нечем дышать. Через улицу Гайскую в Новоорске проходит дорога на глиняный карьер. Больше груза едут по ней десятками 24 часа в сутки. Вариантов объезда нет. Понятно, что жить на маршруте фур и грузовиков удовольствие ниже среднего. Бесконечная пыль, которую приносит ветром с карьера, шум, разбитый вдребезги асфальт. Но тут для жителей добавилась еще одна малоприятная перспектива. Отрезок дороги Новоорск-Колпакская будет отремонтирован в этом году. Казалось бы, повод для радости. Если бы не одно «но». Вместо старого асфальта в районе жилых домов должно было появиться гравийное покрытие, что автоматически означает, эпицентр пыльных бурь переносится в поселок. Если они засыпят щебеночное покрытие, это находится черта поселка, то здесь будет пылище, такая же, как сейчас находится там далее, за 71-м СПТУ, допустим, да. Здесь у нас находится, рядышком находится школа, вот здесь 4-я школа, рядышком находится детский садик, допустим, да. И вся эта пыль будет у нас в поселке находиться, допустим, да. У нас вот она, на нашей улице, в каждом втором, третьем доме люди есть онкобольные, допустим, да. От чего это происходит? От того, что это плохая экология и, соответственно, плохое питание. Сейчас, если мы, допустим, здесь, что будет такое же щебеночное покрытие, пылище будет вообще невозможно, допустим, да. И мы не просим за себя, допустим, да. Мы здесь взрослые люди, нам здесь жить осталось, может быть, до следующей пятницы. Мы просим за наших детей. Вот школа, вот здесь садик, вот здесь спортивная площадка. Здесь дети наши живут, учатся, играют. Просим за своих детей. Мы-то ладно, как бы взрослые. Все понимаем, то, что тоже и денег якобы как. Ну хотя бы пусть они не срезают вот этот вот кусочек асфальта уже. Остался, пусть он уже стоит. И остальные все это срежут, все это засыпят, как вот у нас Первомайскую. Буквально через сотню метров от жилых домов начинается именно гравийная дорога. Посмотрите, как выглядит любой проезд машины. Я как водитель еду на машине, встречная машина попадается, любая, да? Не только его, вообще ничего не видно. 2 минуты можно прям вставать. Иначе в тебя кто-нибудь въедет, или мы куда. Если здесь что-нибудь такое же сделать, будет здесь такое в поселке. Как только люди узнали о ремонтных планах, буквально за один день написали письма главам двух поселков, которые связывают эта дорога, Приреченский сельсовет и Новоорск, в районную прокуратуру губернатора Оренбургской области. На сегодняшний день ко мне поступило обращение жителей о том, что при производстве работ и в дальнейшем они понимают, что если это будет грейдер, это будет пыль и все, ну, будет некомфортное проживание. В связи с чем они обратились, мной было направлено также обращение к собственнику дороги, да, и с разъяснением причин, а как мы будем жить дальше, да, с пылью или не с пылью. Внесем ясность. Это дорога межпоселковая, то есть она в ведомстве Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области. Ремонт выполняется силами ГУП «Оренбург-Ремдорстрой». Уже после съемок пришел официальный ответ от дорожного управления. Оно поддержало инициативу новоарчан, и теперь покрытие будет гравийное не целиком, а частично. В границах муниципалитета ложат новый асфальт. Понятное дело, что изменение планов неизбежно тянет за собой переосмечивание. Суммы будут переосмотрены в большую сторону. Но а жители сообщили нам, что прокуратура Новоорского района проконтролирует ситуацию. Вы дорогу видите? А она там есть. И если срезать асфальт в поселке Новоорск, то люди будут жить, как во время бесконечной операции «Буря в пустыне». Татьяна Лакеева, Игорь Платонов, служба информации телерадиокомпании «Евразия».